Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы разберем, как выполнять задание номер 8. Назовите старший разряд числа 78 триллионов 255 миллиардов 731 миллион 500 тысяч 201 и укажите, какая цифра стоит в разряде: а. десятков тысяч, б. миллионов, в. сотен миллиардов, г. триллионов. Перепишем с вами сначала число. 78 триллионов, 255 миллиардов, 731 миллион, 500 тысяч, 201. Нужно указать старший разряд. Старший разряд будем искать в наибольшем классе. У нас 78 триллионов. Здесь 7 десятков, поэтому старший разряд будет десятки триллионов. Записываем десятки триллионов. И теперь отвечаем на следующие вопросы под буквой А. Нужно найти, какая цифра стоит в разряде десятков тысяч. Тысячи. Вот у нас находится 500 тысяч. Десятки на втором месте. То есть получается, что цифра 0. Пишем под буквой А. 0. Следующее под буквой Б. В разряде миллионов. Так, вот у нас 731 миллион, поэтому смотрим, какая единица находится в разряде миллионов. Вот она, подчеркиваем ее. Значит, под буквой Б у нас здесь цифра 1 в разряде миллионов. Следующее, в разряде сотен миллиардов. Миллиарды вот у нас, сотни, 2. Две сотни. Это цифра 2. Под буквой В пишем 2. И последнее в разряде триллионов. То есть мы также должны найти единицы триллионов. Вот у нас восьмерка в разряде единиц триллионов. Записываем Г. 8. Мы с вами ответили на все вопросы. Задание выполнено. Если хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!